Строительство западного обхода продолжается. Капитальный ремонт дороги по улице Станкостроителей начался в 2017 году. На первых этапах масштабного проекта были восстановлены два отрезка общей протяженностью почти 2,5 километра. Реконструкцию очередного участка трассы проинспектировал глава областного центра Владимир Шарыпов. Мы видим, что подрядчик приступил к работам, конкурс состоялся. По технологии все нормально, в сроки он успевает. Есть небольшая проблема с газовиками. Сейчас стараемся решить вопрос по газопроводу. И, конечно, есть еще момент, связанный с тем, что часть примыкания к улицам Нарвским, дорога будет являться временной. И, соответственно, потом в следующие этапы обязательно будет запланировано спрямление этой улицы, чтобы она не проходила через частный сектор. 4-километровая дорога соединит улицу Некрасова и Суздальскую. Это позволит пустить грузовые автомобили в обход центральной части города. Подрядчик – дорожно-строительное управление номер один. Последний этап, самый большой – 1,7 километра. Из бюджета на его реконструкцию выделено более 170 миллионов рублей. Здесь планируется устройство 2,5 километров тротуаров, 1,5 километра барьерного ограждения. Что еще тут? 5-6 водопропускных труб, переустройство коммуникаций, в том числе и газа высокого давления, который идет под дорогой на протяжении там 200 метров. Сейчас ведутся переговоры с Межрегионгазом по переустройству этого газа. Новая дорога будет иметь по 2 и 3 полосы. Помимо самой дороги, подрядчик смонтирует систему уличного освещения и переложит сети электро- и водоснабжения. Работы планируют завершить к середине октября. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.